Друзья, перед началом видео хочу вам сказать, кто хочет приобрести пулики, ну, можете обращаться. Чем смогу, тем помогу. Вот. Но вот этими китайцами уже берут, пользуются, в принципе же, кто купили, все довольны. И никто не хочет платить больше. Вот так вот. Все. Всем приятного просмотра. Думал, заболела голова. Хотел что-то сказать, но не нашел слова. В этом скрученном проблемы и трава. Пепел жжёных километров, пепел жжёных киловатт. Прежде морает моя одежда. Прежде чем вновь захочешь быть на связи, найду часок другой для грязи. Всем здрасте. Сегодня у меня будет ролик такого плана. Грубо говоря, не обосрать пистолет какой-то или еще что-то оригинальный и китайский. А видео будет у нас такого плана, то что я себе прикупил вот такой пистолет, но взял его на самом деле якобы это типа оригинал. Вот. Но когда дело коснулось, там расскажу, подписчик мой, грубо говоря, захотелся пистолет. В итоге оказалось, этот пистолет, короче, копия оригинала Девилбиса, который стоит, грубо говоря, там от 50 и до там 80, кто как гораздо продавать. Вот, что получилось. Я этот пистолет себе приобрел, я им начал красить. Даже, честно, не узнавая, это оригинал, не оригинал, мне вообще все равно, честно. Я такой человек, если вещь хорошая, то я работаю, я делаю, мне это нравится, и мне вообще, в принципе, похрену. Вот, что? Человек захотел у меня его купить. Говорит, хочу вот сейчас, прямо сейчас и здесь. Быстренько, блин, мне надо там тачку красить. И в итоге, короче, я ему говорю, ну, хочешь, на, забирай, ё-моё, ну, еще мне привезут, куплю еще себе такой же. Он меня забирает, оплачивает, все, я отправляю, я себе сразу заказываю еще один. Вот, и когда он его получает, он говорит, этот пулик у тебя не оригинал. Я такой, опачки, думаю, нормально. Ну и, короче, думаю, да мне, в принципе, похрену. Как бы, я говорю, я себе заказал уже новый, и я буду им работать. Потому что пистолет красит охренительно. Вот, что? Вот теперь у меня пистолет Devilbiz DV1, только оригинал. За, там, сколько он сейчас стоит, там, я не знаю. От 70 или от 60 до 80. Короче, оригинал. И дело в чем? Уже покрасили этими пистолетами. Сейчас еще человека я попробую дернуть, сенсея, босса, он красит тоже. Может, у него будет время, он зайдет и скажет свое мнение вам на камеру. Вот, пистолеты красят, что этот, он хорошо красит. Здесь, правда, 1.2 голова, Б просто. Этот у меня получается копия, которая 1.3, Б+, вот так вот. И красит реально, я уже красил им и тем, просто единственное, что мне не нравится, как я и говорил ранее, у меня было видео, что вот этот Б, который, у него башка сильно шумит. Мне это не нравится, она шумит на всю камеру, блин. Как будто там где-то дополнительная дыра где-то, он просто шум страшный. Вот, но эти пулики красят охрененно. Что китайская подделка, что вот этот, реально, даже... В какой-то момент мне кажется, что вот этот пистолет, который китайская реплика, ну, видать из-за головы, то, что это B+, и 1.3, все-таки у него перенос базы получше. Он прям более так прям сразу наносит плотненько прям, ну. Вот, как-то такое вот видео вам хотел показать, заснять. Сейчас засниму, получится мне это вам показать, не получится, не знаю, как он укрывает, как он красит, сделаю видосики. Вот, но какой я вывод сделал для себя, что я себе еще один закажу пистолет, просто черный, матовый, хочу матовый черный, что все-таки не стоит переплачивать этих денег. Вот я что хочу сказать. Я лучше себе куплю 2 штуки и буду ими работать, потому что я уже им крашу, и меня все устраивает, реально. Он красит очень классно. Красил я здесь уже разные цвета, петушиные, не петушиные, сложные, вот уже всякие. И он реально красит очень круто, прям. Этот тоже пистолет красит круто, у меня знакомые работают, вот. И вот технолога, как бы, это тоже пистолет красит хорошо, круто. Но дело в том, что переплачивать не стоит.
Я не знаю, сколько прослужит китайский пистолет. Вот, но факт есть факт. Реально классно. Я красил разными пистолетами, и с оголами, кучей всякими разными сатами, всеми красил уже. Но вот этот пистолет реально мне зашел, я влюбился. Если бы мне подписчик не сказал, что это не оригинал, я бы просто работал и работал дальше. Вот так вот. Все, сейчас я засниму вам видео, как он там красит, что-то вам изображу. Если получится, я выцеплю сенсея, чтобы он покрасил и сказал свое мнение вам на камеру. Вот так вот. Так что все, погнали смотреть. Что еще хотелось добавить про пистолеты, про оригиналы и неоригиналы. Вот у меня сейчас человек, который меня учил, грубо говоря, направлял на нужный путь, как нужно правильно делать, чтобы у тебя было все хорошо. Вот, этот человек сейчас, Михаил, он себе купил за место саты, он себе взял, короче, какой-то горбатый, я не знаю, неоригинальный под сату пистолет. Он его взял, типа, мокрый грунт наносить, но он сейчас им стал, короче, лачить. 5500 сата висит, 4000 сата висит РП, и он красит китайским пистолетом стал. Он говорит, красит просто охрененно. Ну, я этому человеку верю, потому что обманывать и как бы ему, меня смысла нет. Он просто взял его для мокрого, и в итоге сейчас стал им просто лачить. А 5500 сата висит. Вот как бы такие выводы. Сколько прослужит этот пистолет, я не знаю. Но на моем опыте, я работаю уже очень давно, и я видел, когда нам выдают всем сатовские пистолеты, выдавали, когда еще 4000 серии даже пошла, и 3000 была. И я видел, когда у людей просто эти пистолеты умирали. У нас они как новые, а у человека он за год уже уставал. Потому что они там, блядь, я не знаю, что они с ними делают. Вот, как бы посмотрим. Даже если он начнет ломаться или еще что-то, блин, ну пошел купил новый. Но я думаю, что я его покрутил, провертел уже весь, что да он будет служить, ничего с ним не будет. Если ты нормально моешь, отмываешь и ухаживаешь за этим пистолетом. Как и за всеми вещами. Вот так вот. Как-то так у нас получается. Все, погнали дальше смотреть. Короче, выцепил я сенсея, сейчас он красит, скажет свои ощущения. Сейчас красит пока репликой. Все снимать не буду, а то не хочешь, чтобы снимали. Сейчас вот пошел оригинальным. Сенсей знает толк. Сильнее, да? Сразу. А? Шум такой, да? Сразу, блядь. Как будто бы где-то там приходит еще. Короче, покрасил вот сенсей. И тем скажи выводы. Вот, блядь, на камеру. Заебись, и то заебись, да? Единственное, только у этого, я говорю, у него, блядь, башка шумит, да? Вот он, ну, шум пиздец. Ну, да. Но красит оба охуенно, да? Красит заебись, ну, похоже. Короче, вот вам и выводы, блядь. Все. Спасибо, сенсей. Короче, вот вам и выводы. Просто человек не хочет особо сниматься. Покрасил он и накладки, прошел еще слоем и там. И в итоге сказал ответ, вы сами слышали. И тот заебись красть, и тот заебись. Единственное, у того, как и сказал я ранее, у него шумит сильно голова. Вот. Ну, это, видать, особенность бэшки. А B+ чуть-чуть по-другому сделал. Вот так вот. Короче, если у вас руки с нужного места, вы будете красить как надо. Я вообще говорю, эти пистолеты, вот эти Devilbiss DV1, пистолеты для дураков. Блять, мне кажется, им просто дурак даже может покрасить. Вот на самом деле. Я не знаю. Просто вот с технологом общаюсь, технолог рассказывает такие вещи страшные мне, что... Блин, вообще люди у нас, походу, вообще там маляры работают деревянные, они там, им надо вот сколько грамм прям вот воздуха выходит, какое прям давление, сколько чего. Вот этот пистолет, его просто берешь и красишь. И, я не знаю, его можно не настраивать, даже покрасить охрененно. Вот так вот, если у вас руки нормальные, ровные. Вот, что хочу сказать про свою сату 3000-ю даже. Я сейчас им уже практически не крашу, но наношу им мокрый грунт, там еще что-то. Вот, его хорошо красить, но Devilbiss это, конечно, уделывает всех. Вот чем я красил, они реально уделывают всех. Все, сейчас вам поставлю расслабляющий видосик, как крашу от первого лица, или как там правильно. И заканчиваем видос. Делайте выводы сами, больше вам платить или меньше, но я для себя сделал вывод. Вот так вот.
Все, погнали смотреть и всем счастливо. Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ах, Ева, я любила. Я слушаю, я слушаю, и каждый